Начинаем концерт, посвященный 128-му дню рождения музыкального училища имени Гнесиных. Перед началом концерта просим вас отключить все средства мобильной связи. Спасибо. На сцену приглашаются лауреат международных конкурсов и джазовых фестивалей, лауреат премии Москвы, директор музыкального училища имени Гнесиных Валерий Александрович Раховский и заместитель директора училища Елена Александровна Бородина. Дорогие гнесинцы, всегда очень трепетно выходить на эту сцену, особенно когда ты не играешь. Но сегодня такой замечательный праздник, такой день рождения, 128 лет Гнесинскому училищу. И мне ужасно приятно поздравить вас всех с этим замечательным праздником. В зале сидят и преподаватели, и студенты. И мне очень хочется, чтобы мы не только хорошо отметили этот праздник, но и продолжали заниматься активной творческой деятельностью в нашем заведении, потому что оно было создано для того, чтобы новое поколение музыкантов, взращенное в этом учебном заведении, оно продолжало свой творческий путь на больших концертных площадках. И это случается, и мы видим результаты. И поэтому еще раз хочу вас всех от души поздравить с этим замечательным праздником, 128-летию Гнесинского училища. Февраля в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных произошел большой праздничный концерт с участием студентов гнесинских школ, училищ и академии. И от нашего училища был представлен наш победитель 2022 года со званием лучшего студента года, студент отдела инструменты народного оркестра Арсений Истомин. Это большое спасибо. Забыл отметить, что он учится в классе доцента Екатерины Николаевны Мочаловой. Удовольствием передаю слово заместителю директора Елене Александровне Бородиной. Здравствуйте, дорогие студенты, педагоги, родители, гости нашего праздника. Когда мы поздравляем друг друга с днем рождения училища, мы всегда говорим, что мы одна большая гнесинская семья. Как и в любой семье, у нас есть традиции, у нас есть наши тихие семейные радости. И вот одной из таких традиций, наших радостей, является наш конкурс на лучшую учебную группу. Условия этого конкурса, с одной стороны, очень простые. Вернее, даже это одно условие. Надо, чтобы все участники этой группы хорошо учились. Без двоек и без троек. Но, к сожалению, как показывает практика, не всегда у нас это получается. Не всегда мы можем выделить победителя, но в этом сезоне можем. И я с большой радостью хочу представить вам победителя конкурса на лучшую учебную группу. Это третий курс специальности теории музыки. Барышни, прошу на сцену.
поблагодарить Пугачёва Дарья, Бойкина Александра, Танцева Мария и Смоленко Таисия. В нашем сегодняшнем концерте участвуют лучшие студенты, лауреаты общероссийского конкурса «Молодые дарования России 2022». Я с удовольствием передаю слово нашей ведущей Полине Ершовой, студентке 4-го курса, которая любезно согласилась вести этот концерт, так как она тоже является лауреатом конкурса. Музыкального училища имени Гнесиных 2022 года Арсений Истомин, класс доцента, кандидата искусствоведения Екатерины Николаевны Мочаловой. В его исполнении прозвучат половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина в переложении Александра Круглова. Партию фортепиано исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Вадим Марков. Thank you.
из оперы «Юлий Цезарь». Исполняет студентка третьего курса Юлия Малевская. Класс заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Евгеньевны Печниковой. Партию фортепиано исполняет Евгения Пупышева. Thank you.
4 курса Ульяна Кондратенко, класс заслуженного артиста Российской Федерации, профессора Андрея Борисовича Диева. Thank you.
На сцене женский хор отдела хорового дирижирования. Дирижер – студент третьего курса Николай Жданович. Класс преподавателя Оксаны Юрьевны Глазевой. Партию фортепиано исполняет дипломат всероссийских и международных конкурсов Илья Васильев. This song.
Карташевой. Башкирский романс «Кузнурым», «Светочей моих». Исполняют Айлита Азина, Айша Рейбхан, Евдокия Соловьева. Класс ансамбля Элины Васильевны Гурьевой и Татьяны Владимировны Мурашкевичей. Thank you.
исполняет дуэт заслуженная артистка России профессор Надежда Бурдыкина и студентка 4 курса Мария Кривеншева. Партию фортепиано исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Мария Короткова. Thank you.
объявила результаты конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Одним из лауреатов премии стала преподаватель училища и академии имени Гнесиных, заслуженная артистка Российской Федерации, профессор Надежда Бурдыкина. Исполняет студент второго курса Даниил Никонов, класс народного артиста Российской Федерации, профессора Владимира Константиновича Танха. Партию фортепиано исполняет заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Кривченко. Thank you.
концерт окончен. Спасибо за внимание. До новых встреч!